для гамбургеров. Получается очень душистый, ароматный, великолепный. Как раз таки удобно с этой порцией, достаточное количество для семьи. Для приготовления булочек на гамбургеры нам нужна мука перемешанная, цельнозерновая с мукой высшего сорта. Цельнозерновой 400 грамм, 250 грамм белой муки. Чайная ложка соли. Сливочное масло мягкое 75 грамм. Одно яйцо, 10 грамм дрожжей. Столовая ложка меда и молоко 370 миллилитров и 2 столовые ложки растительного любого масла. У меня оливковое. Для приготовления нам понадобится дрожжа. Поехали. Молоко, яйцо, дрожжи. Соль. Перемешали, добавляем мед, столовая ложка, добавляем масло. Тесто у нас готово. Вот оно такое мягкое, эластичное. Смотрите, хорошо промешано. Темный цвет из-за цельнозерновой муки. Все, тесто готово. Оставляем минут на 40 отдыхать и будем выпекать. Тесто прошло время. Тесто у нас подошло. Мы переместились на домашнюю кухню. Здесь 200 кг теста я делю на 10, на 12 частей буду делить, где-то по 100 грамм. Мы скатали, придали форму, сразу смазываю, можно яйцом, я смажу водичкой и посыплю кунжутом. Температура 180 градусов, минут 15-20. Булки наши готовы, простояли 25 минут. Как проверить готовность булочек? Смотрите, ударяете. Глухой такой звук. Это говорит о готовности хлеба. Булочки все отошли. Они не такие румяненькие, хорошие, а горячие. Приятного аппетита! Пробуйте приготовить булочки для гамбургеров. Получаются очень душистые, ароматные,
Великолепно, и как раз-таки удобно. С этой порцией достаточное количество для семьи. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Рецепт сделала по просьбе моих подписчиков. Пока-пока. Увидимся на канале «Соль и перчик».